тренировочный, тренировочной партии, спарринг-партнер, да, с кем-то спарринг-партнер. Это можно добавить в программу, что такие матчи можно поиграть. Вот. Теперь это еще не все. Это программа, конечно, шахматы. Но должна быть программа еще и, так как мы говорили, по физической подготовке, по психологической и по физиологической. И тут начинается самое главное. Все наши теории, которые мы с вами говорили, надо дома отработать. Надо не приезжать, например, на турнир, на финал России и делать там зарядку. Надо зарядку делать дома. Начинать дома делать зарядку. А не приезжать и начинать делать только потому, что вот Воронеж вышел. Понимаете? А нам что мы плохие, мы тоже выйдем. Вот я часто вижу, как кто-то, мы там выходим зарядку каждый день. Правда, наша делегация, конечно, тоже так уменьшается по мере упадка наших людей. Вот. Но часто прибывают другие делегации, там другие ребята и так далее. И вот тренер говорит, ну, вперед, бегите. И они бегут, обгоняют нас, там чуть нас не сбивают. Потом обратно, значит. Ну и, конечно, никакой тут теории физической культуры нет. Но зато есть бег, такой яростный бег. И тренер говорит, пробежали, чувствуете хорошо? Хорошо, вперед, на завтра. Ну, конечно, это, ну, знаете, есть такое слово пародия, да? Конечно, зарядка включает в себя не только бег, она включает систему упражнений. Она включает, конечно, и ходьбу, и разговор, и наказание, и поощрение. Там очень большой комплекс на этой зарядке решается. Но никогда, чтобы люди не устали. Но дети, они понимают это по-своему. Им главное опередить еще что-нибудь и так далее. Вот я вам скажу, когда мы готовимся к чемпионату мира и Европы, мы находимся в таких олимпийских центрах. И там всегда хороший стадион, хорошие дорожки. И вот я всегда разрешаю сборной команде, неважно, Польша, там, Италия, или Англия, неважно, я им разрешаю обгонять меня только на последних метрах. Вот у нас километр бега при зарядке, мы бежим 2,5 круга. Два круга я всегда бегу первый. Я показываю, что такое темп 5 минут на километр. Я уже этот темп знаю, и я веду. А за мной бежит там команда, там человек 10-12. А потом последний остается полкруга. И я говорю, а теперь как хотите. 10 ракет выскакивают вместе вот где-то из подмышек и бегут. Они счастливы меня обогнать, затоптать и так далее. Ну, когда был помоложе, я с ними соревновался, а потом уж сейчас уже не соревнуюсь. Вот. И вот это радость, обгонять, еще что-то. Эту радость надо оставить, конечно. Надо дать кусочек радости, но разумно. Понимаете, за 200 метров они еще ничего себе не навредят. А вот если они бегут с этой радостью километр, то кто-то может умереть. Он может не подготовлен быть. У него сердце может не выдержать, и ты еще будешь виноват, что ты так сделал. Поэтому надо эту радость регулировать. Вот, это понятно, да?